Так, пробежимся здесь. Ох ты ж, да! Давай, Квася, вот что ты где-то троих-то успел собрать? Седьмой опять, да? Так, 10 опыта. Ну, 43 опыта. Забрал там что-то. Блин, вот это что я взял? Даже сам не понял. Ладно, продадим, если что. Я в бич-бар пошел. Здесь, кстати, великан тот наш, любимый. Давай. Принято. Сейчас я сделаю захват. Давай. Может, на громил он не работает? Че? Давай. Мой. Охренеть. Пятьсот, сколько там опыта было. Нормально. Так, здесь в баре что-то. Блин, в баре, вот прикинь, в этом баре ничего вообще нет. Судя по всему. Так, воду берем. Алкоголь. Так, энергетик. Не знаю. Не надо было его брать. Вот, еще консерву взял. Синамой обрадуется. Так, лезвие. Блин, опять я энергетический схватил. Черт, С2. А ты тоже умер? Да, типа того. А? Типа того, да. Да, ты где? Я здесь. А, вот, больше по огнетушителям мы не лупим. Ой. Так. Был мой фраг. Еще один? А, нет, маленький, поменьше. Уберите от меня. Справишься? Двадцаточка. 80 опыта. 80, да? Да. Нормально. Мне уже, кстати, скоро новый уровень должны дать. Во, смотри, по-моему, вот это великан. Не, маленький, 6 всего лишь на самом. По голове его, 41 опыт. Мало. Так, лежать, 7. Да, ногами его добью. Давай, девочка, добивай. 43 опыт. О! Гляди, кого нашел. Сейчас я тут вальну. Что такое? Здоровяка. Бо! Девочку ранили. Да, получилось так. Опа. Бля, у меня ключ негодность, кстати, пришел. Дай-ка его. О! Стоять! Отойди! Отойди. Пусть прогорит. 1500 опыта дали. Так, кто-то там орет. Новый уровень у меня. Ну слава богу. Потихонечку. Так, что, в хижину заходим. Да давай проверим, почему нет. Получается, нет? Нет. Так, давай с этой стороны. Тоже закрыт. Клиенты. Клиенты. Ну, они куда-то все попадали. Ой, и я к ним. Он, кстати, сейчас сдохнет. Пока он там плавает, я его... Да, слушай, выносливость надо мне повышать. 52 опыта мне за что-то дали, а за что? Я сам не понял. Так. Ох, ты как далеко. Там закрыт, хочешь сказать? Да, Оксана, вы где? Окса? Ди. Мою девочку зовут не Оксана, Сянь. Сунь. Да. Сунька. Сунь. Девочка, это из этого, из фильма «Груз 200», там, по-моему, Сунька, вьетнамцы звали так. Нужна труба, не, нафиг. Так, ну чё, чё-то странно, закрыты все эти хижины, обидно. Обыдло. А? Обыдло. Да. А вот там, может, хижина, не знаю.
Ну что, тогда обратно? Давайте не спеша пойдем обратно. А что, у тебя одышка там твоего персонажа? Да, он начинает задыхаться у меня. Ну, у меня, кстати, она нормально бегает. Так. О, смотри, я здоровяков нашел. Я одного. Так, а дай-ка я попробую кулачки использовать. Вау! Так. В табличку-то я словил. Да? А. Ща. 9-й уровень у меня, блин. Охренеть. Всего лишь 48 опыта дают. Так, ты здорово, что ли, мочишь? А, слушай, у меня критическая ситуация. Какая? Мне нужен... Ну так работай над этим. 11-й! Да вы что, охренели? Сейчас срочно возьму это. Инвентарь мой. Сейчас дай подальше отойду только. Сейчас подальше инвентарь. Че у меня тут есть? Молот. Молот. Самодельный секач. Блях, мух, его надо... Так, давай-ка я в слотик поставлю. Зря я это сделал. Дамаку... Там бейсбольная бита будет лежать. Мне ее оставишь, ладно? Хорошо, я подбирать не буду. Я просто решил его всем закидать. О, я словил. Я тоже. Так, я сейчас отойду. Но оно того стоило. Я хочу в инвентаре нож ныряльщика. Блин, у меня хлеборезка, фом, какой урон-то. Ёпарасы-то, у меня хлеборезка есть. Сейчас я ему задам жару. Опа. Чуть не словил. Ты-то сам как там, живой? Да пока. Дай ему руку отрежу. Он решил меня укусить. Сколько опыта? 316 дали, да? Да. Так, бери свой секач. Все, у меня тоже хлеборезка в негодность пришла. У меня только серп остался. К сожалению, моя бейсбольная бита ушла в небытие. Так, давай посмотрим, что он там защищал. Раз. А, согласен. Да, сейчас. Так, продолжаем искать приключения с Филиппом. Да, я... Филипп ищет энергетики. Да мне бы тоже не помешал. Так, вон наши друзья. Я что-то пожалуй... они там здоровые немного, слышь? Нормально, там одна девочка моя. 9-й уровень, охренеть. Приторчи, внучек, там 11-й уровень у нас. Бродяга 11-й уровня. Сейчас она восстановится. И 12-й уровень. Прикинь, 332 бакса снял сейчас. Аккуратно, там рядом 12-й. 12-й. Уровень. Отлично. Давай я его сзади колотить буду. Давай, я его отвлекаю, ты бьешь. Давай, отвлекаю. Поближе только подходи к нему. Ага. Блин, он на меня смотрит. Мне страшно. Энергетики найду. Сейчас приду. Да мне оружие бы найти на самом... Нет, 12-й не вариант руками валить его. А? Подожди, а вот это что за флаг? Так. Так, дай-ка дверочки закрою. А то там друзья бегут наши. Мачете. Но чтобы мачете взять, надо иметь 11-й уровень. А у меня какой? Не знаю. У меня 11-й, наверное. А я взял мачете. Как ты взял мачете? Ну так, взял. Покажи. Как, сейчас? В руках, чтобы был. А в руках он, может, сейчас не появится. Сейчас. Дай-ка. Блин, все путаю. Инвентарь, задание. Мачете. Дикая мачете. 14-й уровень вообще здесь требуется, блин. 269 урон, охренеть. Ну вот он у меня лежит в слоте. Пусть будет она. Так, мне нужен энергетик. У тебя свежее оружие какое-нибудь есть? Блин, опять что-то задание. Молот. Ладно, молот возьму. Ставлю в этот слот.